«Доброе утро, страна». Обеспечить каждого школьника доступной и, самое главное, качественной формой сезон 24-25 открыто. О модных новинках и не только. Прямо сейчас поговорим с председателем концерна «Беллэлектпром» Татьяной Лугиной. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна Алексеевна, доброе утро. Сегодня вопросы вам буду задавать не только как ведущая, но и как мама первоклашки, потому что меня это все действительно очень волнует. Но я думаю, наших зрителей и родителей не только первоклассников, но и всех остальных учеников, которые вот-вот пойдут в школу, тоже очень много вопросов накопилось. Так вот, сколько же вариантов для наших детей в этом году предлагают белорусские производители в плане вот этой вот одежды, в которой можно пойти в школу? Ну, в общем-то, ежегодно август месяц для предприятий легкой промышленности нашей страны является горячей порой. И этот год не исключение. Действительно, промышленность подготовила достаточно большое количество, около 1 100 000 200 единиц одежды делового стиля для наших школьников. Порядка 300 новых моделей было разработано и запущено в производство. Поэтому, мне кажется, на полках нашего магазина в такое разнообразие предложение для мальчиков и девочек, что каждый, даже изысканный, мне кажется, покупатель и заядлая модница найдет в ассортименте именно деловой стиль, в котором действительно можно ходить в школу. Тем более в этом году есть и, скажем, такие особенности в некоторых разработках. Особенно для уделили внимание подростковой моде. Это всегда было не просто одеть девочку-подростка особенно. Уделили внимание нестандартным фигурам, потому что мы видим особенно детского телосложения, что появляется деток много нестандартной типологии. Уделили внимание при разработке съемным элементам для того, чтобы можно было в одно и то же, скажем, изделие за счет съемных или наоборот деталей, которые можно снять и прикрепить, ассортимент может дышать новизной. Это поэтому, такие воротнички? Да, воротнички, манжеты. Вы знаете, хорошая классика. Когда-то мы ходили в школу, у нас было одно платьице и съемные воротнички. Так сегодня есть достаточно на рынке предложений сарафанов и платьев для девочек, особенно младшая школьная, вот до 5-6 класса, где основное изделие изготовлено из темной, например, темно-синей ткани с различных оттенков синего, а воротничок может быть белый либо молочный, и он на пуговичках снимается, и можно платье не стирать и не ухаживать за ним ежедневно, а за счет вот такой быстрого ухода только за горловинкой использовать прекрасно и удобно для родителей вот такую школьную или, скажем, одежду делового стиля. Согласна, это, конечно, очень удобно. Вы сказали, более чем на 300 моделей обновился, да. Да, модельный ряд в этом году. А вы прислушиваетесь к тому, что говорят родители или дизайнеры все-таки что-то сами рисуют? Вы знаете, конечно же, ежегодно в октябре-ноябре месяце проходит такое тесное взаимодействие между предприятиями промышленности нашей, между торговлей и Министерством образования, где проводится полнейшая аналитика и срез, что было топом в продажах, допустим, этого. Я уже могу отметить в этом году, вот буквально за 3 недели, что раскупили? Будет являться топом. То есть у девочек младшей школы популярно побила рекорды юбка клеш с таким дополнительной отделкой, была в виде кружева. Популярны бомберы, как текстильные, так и трикотажные. Если в прошлом году мы наблюдали повышенный интерес к трикотажным жилетам, то в этом году нет. Достаточно серьезно пользуются популярностью комплекты у мальчиков, где покупаются брюки текстильные и к нему из этой же ткани текстильный жилет. Это тоже такая особенность сезона. Ну и, соответственно, у старшеклассников это все-таки костюмы. И в костюмной группе, вот по нашим предложениям, где мы к одному верху предлагаем 2 варианта брюк, классические зауженные или брюки-кюлоты, то вот видите, брюки-кюлоты в этом году у девочек, особенно средней школы, от 4 до 8 класса, вот пока по нашей аналитике, по нашим вот пока фактам продаж бьют рекорды. То есть кюлотам девочки отдают больше предпочтения при покупке, чем классическим брюкам. Поэтому пройдет сезон, конечно же, в октябре проведем анализы. Я имею в виду, посмотрим, да, что-то поменяется, где-то что-то учтем, особенно по типологии детей, все-таки больше надо именно делать такие изделия, чтобы они были, садились на любую фигуру. Да. И я хочу сказать, что в этом году вот по бомберам, конечно, тоже мы видим, что все-таки они как полюбились нашим школьникам, как удобно в них было нашим детям, так они продолжают, в общем-то,
быть популярными среди населения, и даже текстильные бомберы. Если те годы мы наблюдали трикотажные, из плотного трикотажного полотна с довязами, то в этом году и текстильные бомберы достаточно, вот, в общем-то, популярны и пользуются спросом. Так, можно комбинировать и со спортом, и с юбками. Да, абсолютно. Ну, видите, такая тема деловой стиль в casual стиле, он все-таки в детской моде или, скажем, в детской одежде приемлем. И, конечно же, тренды. Я, как бы мы ни хотели, не говорили, что основа является продажа, это безусловно, но тренды тоже есть. И вот эти модные конструктивные элементы, как модная одежда, они все равно конструктивно переносятся и на деловой стиль. Да, она может быть выполнена в синих оттенках. Как правило, 70% по продажам и приобретают именно синих цветов. Немножко черных, но это меньше, там 15-17%. А уже совершенно небольшая доля идет бордовых и серых. Поэтому кстати, синий оттенок мы прямо сейчас готовы увидеть на нашем импровизированном подиуме, потому что у нас сегодня здесь не концертная площадка, а настоящий подиум. Давайте посмотрим своими глазами, о чем мы говорим и в чем же наши дети в этом году предположительно отправятся в школу. Итак, модная часть. Ну, начинаем мы с младшей возрастной группы, я так поняла, действительно, вот я уже говорила, не могла это не отметить, это так волнительно, для родителей волнительно, для самих ребят волнительно, сейчас они все выйдут, покажут себя во всей красе, а потом снова вернутся к нам на подиум, все вместе мы сможем это обсудить. Ну, вот то, что меня волновало, да, комплект для мальчиков первый класс. Да. Бабочка может быть, да? Да, может быть и бабочка различных цветов, может быть и галстук, и тоже обращаю внимание, вот как на девочке, так и на мальчике предложили варианты с верхом из трикотажа. То есть сегодня, видите, дизайнеры предлагают для детей сочетание мягкого трикотажного полотна с отделками в виде кружев или других материалов. Это относительно недорого и достаточно нарядно смотрится. Вот у девушки такая, тоже как один такая из... классика школьная. Да, классика. Абсолютная классика, и за счет, опять же, съемных элементов возле горловины можно завязывать, прикалывать, значит, за пуговицы различные варианты отделки и быть разной. Тоже мальчик вот в таком классическом, ежедневном, скажем, удобном комплекте, где верх трикотаж, снизу классические базовые стильные брюки. Да, условно жарко, можно трикотаж снять, похолодало, пожалуйста, надели. Вот уже более, конечно, девушка, девочка такая повзрослее. Сегодня, кстати, юбки плиссе, юбки вот такие в глубокую складку тоже пользуются популярностью именно у подростков. Если у взрослых тоже пользуются, мы так тоже ходили на работу. Вот это элементы как бы базовой моды в деловом стиле одежды. Потому что куда ж без моды, молодежь. Ну, вот такая классика. Ну, жанра, это, да, уже такие костюм. Действительно дети, которые понимают. И я хочу сказать, что деловая одежда, вот сколько уже, наверное, активно, особенно активно, последние 3 года мы ее предлагаем, она все равно дисциплинирует детей. И сколько бы ни было критики или вот обсуждения в обществе, что надо, не надо, диктуем, не диктуем, но с каждым годом, как бы ни хотелось, все равно на популярнее и популярнее именно вот этот деловой стиль использовать в ежедневной носке в школе. Я думаю, что дети тоже довольны. Дети, кивните, вы довольны? Вам нравится? Точно, они довольны. Ну, а теперь следующий вопрос. Нам всем понравилось, детям понравилось, родителям понравилось. Где это купить? Ну, вообще, сегодня во всей, вообще, торговля Республики Беларусь и крупные универмаги страны, конечно же, города Минска, и фирменная торговля, не только предприятий концерна «Беллегпром», и система Белкопсоюза, мы отработали с ними, особенно по некоторым регионам, которые небольшие. Понятно, что в больших магазинах там линейка вообще, мне кажется, я сама захожу, можно потеряться. Для этого работают там консультанты, для того, чтобы помочь мамам с детишками разобраться вообще, где к какой полке или какой вешалке подойти, и что можно конкретно на ее ребенка предложить. Потому что вообще ассортимент большой. Вот. Поэтому вся торговля сегодня страны в августе месяце предлагает различные варианты и по дизайну, и самое главное, по цене. Сегодня самый взыскательный покупатель может найти как и более такую, скажем, по кошельку удобную для себя вещь. Жилеты трикотажные от 15 рублей, мне кажется, это достаточно такая консервативная цена. До каких-то изысканных вещей, потому что, может быть, кто-то хочет там и какой-то изыск для своего ребенка с какой-то чуть ли не единоличной бейкой отработать. Да. Поэтому кошелек. Торговля действительно с антимонопольным министерством антимонопольного регулирования
четкая ежедневная сверка и работа из торговли. Спасибо ей. Она четко понимает задачи и выполняет. Поэтому все доступно сегодня. Татьяна Алексеевна, а вот если не нашелся нужный размер, что делать в данной ситуации? Да, сегодня предприятия и наши предприятия в системе концерна, и многие предприятия страны оказывают такую услугу, когда если не находит ребенок по каким-то причинам на зале для себя какую-то единицу изделия, то, конечно же, есть определенные, скажем, возможности по услуге, и записывается ребенок по размеру, либо замеряется его там талией или обхват груди, если он не нашел. И абсолютно все. Вот система, особенно концерна «Белэлектпром», мы дошиваем все. Мы за этот год, вот мы ведем аналитику по заявкам, у меня как штаб сегодня в концерне, поэтому у нас было на сегодняшний день принято 129 заявок. На понедельник 69 уже было выполнено из того, что мы получили. Поэтому работа ведется, и я абсолютно всегда говорю и заверяю, что любой ребенок, какой бы он ни был комплекции, либо пожелания, ну, понятно, если они в пределах нормы, то, конечно же, наше предприятие в состоянии, обязательно мы это исполним. И у нас есть такая даже в этом году услуга, мы провели такую работу с предприятием, что если у родителей по каким-то причинам будет желание, что после перешива или дошива по изделиям изготовления моделей или какой-то единицы продукции будет желание доставить ему до дома, в пределах Ничего Минска, себе. То мы... Ну, бывают разные родители. Вы в знаете, общем, все для я комфорта. Столкнулась с тем, что приходят родители, например, с двумя детьми, а третий в коляске. И понятно, что если у такой многодетной мамы, например, какому-то ребенку мы что-то дошиваем, то почему бы этой маме с многодетной не доставить для ребенка, помочь ей вот это изделие, которое... Это очень удобно, действительно. Родители, не переживайте, да. Дети будут одеты к 1 сентября и будут одеты красиво, модно и вот так вот стильно. Хочется снова в школу. Вы знаете, вот финализируя наш разговор, хочется именно это сказать. Мы вас благодарим, спасибо большое, но я напомню, что сегодня у нас в гостях были председатели концерна «Белэлектпром» Татьяна Лугина и наши юные модные помощники, это модели Национальной школы красоты. Ребят, вам тоже огромное спасибо.